Друзья, всем привет, привет подписчики, привет новые пользователи. Сегодня у нас в гостях еще одна новая сборочка. Это Zeus PC A800, модель бюджетного игрового компьютера. И для всех любителей Intel посвящается. Здесь у нас под капотом идет процессор i3-2100. Достаточно известный процессор. В свое время был очень популярный, благодаря тому, что имел высокую производительность. У него 2 ядра, 4 потока. Причем номинальная частота очень высокая, 3,1 ГГц. Куча всяких плюшек и фишек от Intel, 8 гигабайт оперативной памяти DDR3 и не менее популярная видеокарта GTX 750 Ti, версия 2 гигабайта, Overlock Edition. Фактически видеокарта, которую можно без проблем разгонять. Именно Overlock Edition идет. Что можно сказать об этой сборке? Сборка получилась очень сбалансированной по производительности и по стоимости. Плюс ко всему и видеокарта, и процессор имеют невысокое энергопотребление. Соответственно, ниже энергопотребление, меньше нагрев системы, дольше служит и, соответственно, вы меньше платите за свет. Терабайтный диск на борту стоит. И, собственно говоря, приступим к тестированию. Все в номинальных частотах, все в стоке, ничего не гонится, поэтому вы видите номинальную производительность системы. Понятно, что если вы разгоните процессор, разгоните видеокарту, то вы получите еще прирост производительности, порядка 15-30% в зависимости от режима игры и вида игры. Здесь у нас уже знаком монитор по подобным сборкам. Номинальное разрешение монитора 1366 на 768, и все игры мы будем тестировать на ультранастройках. В этом зоре мы протестируем GTA 5, Ведьмак 3, Батлу первую и World of Tanks. Начнем мы с пятой GTA. Номер танков тестирую, поскольку очень многие просят, чтобы я все-таки ее тестировал. Я объясняю тем, что игра достаточно нетребовательная в сравнении с другими, да, но раз народ просит, будем тестировать. Итак, начнем с GTA 5. Повторюсь, это не мега-супер мощный там заоблачный компьютер, да, там он не призван конкурировать с топовыми i7, с видеокартами 1050 Ti. Это именно тот бюджетный компьютер, который позволяет вам поиграть в высоких ультранастройках, пусть и в HD разрешении, но в любимые игры. Кому-то принципиально именно высокие настройки. Есть люди принципиально, чтобы у них было, к примеру, Full HD, там, да, 22 дюйм экран или 23, пусть там будут низкие настройки, но она Full HD. Да. Некоторые люди привержены того, чтобы все-таки было максимальные настройки, пусть это будет HD разрешение, но максимально комфортные настройки. Я, наверное, отношусь больше к последним, поскольку для меня тоже принципиальная графика, нежели высокое разрешение экрана, и я могу себе позволить, да, приобрести какой-то там компьютер невысокой стоимостью, при этом играть в топовые игрушки на топовых настройках. Опять же, повторюсь, это не конкурент каким-то бешеным, сумасшедшим игровым компьютерам. Именно это рассматривается как оптимальная игровая сборка, которая для людей, которые хотели бы уже сейчас купить, расслабиться, поиграть, поработать. Безусловно, для работы подходит без проблем, достаточно мощная начинка. И при этом не переплачивать сумасшедшие деньги. То есть такой себе бюджетненький вариант. Есть сборка, сейчас это сборка 800 в связке 750 Ti 2 гигабайта, и будет эта же система в связке GTX 650, еще бюджетная, такая более бюджетная сборка, она будет отличаться по деньгам, тоже посмотрите, чуть позже будет обзорчик. Так, ну, собственно говоря, забегая вперед, хочу сказать, что система достаточно стабильная, в связке работает, процессор отлично, оставляли на ночь всю систему с тестом AIDA 100%, то есть фактически гоняла систему, все стабильно, температура стабильна, все было на высшем уровне. Так, давайте я сделаю чуть громче звук. Посмотрим настройки. Это у нас GTA 5, графика. И то, что я говорил, пожалуйста, вот настройки листаю, вы смотрите. Сглаживание сюда включаю FXA. И вот очень высокая. То есть график я вам продемонстрировал. Можем даже включить, к примеру, что у нас здесь, синхронизацию, посмотрим, будет ли у нас 60 FPS заветных в синхронизации. Так. Какой-то чувак отжимается. Ой, я что, на него наступил? Он драться будет? Тань, как не вовремя ты звонишь, чувак. На. Давай. А что такое? А ну получи. Вставай. Еще раз легся. Вставай. Качок, кстати, убегает. А чего убегаешь? Сыки тебе мышцы. Ты что, этот, типа, можешь с первого раза убить, да? И зрителю дадим. Че зря стоять смотреть? Не зевай. Так, нам нужно найти машину. Такие удары с проходника прикольные. А бьет он от души, кстати. Еще один качок. Ухо, да, так?
чувак какой-то в банда, или что у него такое. Прикольный чувак. Не зевай. Чувак в кепке. Я на том месте бежал бы. Ух, подых так. Аж кепка слетела. Кстати, нельзя мне кепку подобрать и одеть. Так. Уже вызвали полицию. Ой, какая машинка прикольная. А ну, чувак, дай покататься. Давай, 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 иди пройдись. Погода хорошая, иди. Сердечную мышцу покачай. А ну-ка, как тут вид с кабины? Ничего так, ничего так, ничего так. Такой пляжненький вариантик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да, да, я купил права в Макдональдсе вместе с заказом. Давали многим вафли, а мне дали права. Извините, сори, сори, сори. О, какая у него крыша. Надеюсь, машина была застрахована. Давай, давай, покажем этим ватным пляжникам, кто здесь хозяин. Ну, собственно говоря, видим, что что-то мне как-то не получается ехать, объезжать пешеходов. Это, кстати, проезжая часть или нет? Я не могу понять, знаков не видел. Это они все нарушают, получается, да? Собственно говоря, ага, то есть вот так вот даже, да? Надо скрыться, потому что эта машина уже является, собственно говоря, вся в кровавых каких-то. А чем мы, собственно говоря, можешь вот так сделать? И превратить в сегодняшний скучный день в веселый, интересный. Если попасть с первого раза, то... Да, смотрите. Попали, попали. Ну, не с первого раза, конечно, но с первой очереди. Так, одного мы... О, мы даже двоих прихлопнули сразу же. Они даже еще не успели. Они даже еще не успели. О, нам уже в спину кто-то стреляет. Кто? В спину. А, понятно. Не, ну мы так не играем, ребята. В спину это ж нечестно, правильно? Давай, слушай, четырить решили. Давайте, я вам помогу. Чувак. О, он улетел куда. Так, ну что, давайте сядем в полицейскую машину и попробуем... немного покататься за рулем этого полисмобиля. Надеюсь, мы успеем уехать, пока нам тут не продырявят жбан. Нет, не успели. Ну, тем не менее, видим, что графика на высоком уровне, да, красивая игрушка, разрешение 1366x768, и при этом для этого монитора мы видим фульные настройки, да, практически все выкручены. Ну, что могу сказать, играть комфортно, и видим 60 кадров в секунду, что могу сказать. Да, так и да, так и рулит. Да, мы попали. Мы попали, мы попали. Дождь еще пошел. Тени все, да, игрушка красивая. Ночью особенно классно, когда ночью свет фар. Так, беспечно, медленно ехать на автомобиле. Могут же попасть и снайперы. Надо быть всегда на чеку. Надо быть всегда на чеку. Чеку, на чеку. На чеку. Пригнулась, пригнулась, пригнулась. Помогло ли ей этой? Помогло. Помогло. Так, ладно. Все, садимся в машинку. Ох, какая красавица. Чувак. А, он... Ой-ой-ой. Смотрите, он своим... Он, кстати, пуля прошла на вылет. Прикольно. Жесть. Так, так же ж невозможно ехать. Нужно вид переключить. Я ж не вижу, куда еду. Красавец. Давайте погоняем. Погоняем, погоняем. Вот это жир. Вот это я люблю. Это есть скорость. Сейчас мы разгонимся и преодолеем пространство и время. Что еще хорошо повороты входят. Не валка я такая. Отлично держит дорогу. Даже не зря, что я рулем дергаю. Но все-таки, да, как ни крути, на большой скорости нужно быть предельно осторожным. Ну что, ребят, я думаю, можно с GTA 5, простите, все меня по старинке GTA-тит, подвести итоги, что так и сборочка дружит с этой игрушкой и дружит очень хорошо. Сами видите графончик, геймплейчик, FPS-ик, поэтому
Ставим плюсик и переходим. Давайте по траве еще покатаюсь. Ну красиво, 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 красиво. Базара нема. Все, припарковались. Итак, GTA, плюсик, идем дальше. Так, игра. Выйти. Следующая игра у нас будет Ведьмак 3. Тоже игра очень требовательная и при этом очень красивая. В каждом видео я уже как пропагандист этой игры, как есть свидетели веры Иеговы, я этот свидетель Ведьмака 3. Ну, реально классная игра. Классная игра, поэтому кто не играл, попробуйте. Получите много фана, удовольствия. Покрошите монстров, побегайте, элики пособираете, там пообщаетесь с людьми. Там достаточно не совсем линейная, не совсем линейный сюжет. Есть некоторые моменты, которые зависят, будут развиваться в зависимости от ваших решений принятых. Понятно, что в большинстве своем, конечно, она более-менее линейная, но есть какие-то отклонения, да. Да даже без этого она интересна, даже без этого она интересна. Просто побегать по этому красиво прорисованному миру, побывать и в городах, поселках. Ну, игрушка, конечно, по моему мнению, вышла какой-то новый уровень графики. У нее совпало, у нее игра графическая составляющая на высоком уровне и сюжетная линия на высоком уровне. Продумано все, очень интересно. Поэтому и играть интересно, удобно как с клавы, так и на джойстике. Я себе оставил на мысли, что раньше все время играл на клаве, а в эту игру, кстати, без проблем можно играть и на джое. Поэтому советую, рекомендую. Давайте посмотрим, как она себя поведет на нашей сборочке. Напомню, у нас i3-2100 и GTX 750 Ti. 2 гигабайта, версия Verloc Edition. Сейчас мы посмотрим настройки. Они у нас здесь фуловые идут. Разрешение монитора родное. И, кажется, я включил вертикальную синхронизацию. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, настройки. Options, видео, графика. Смотрим настройки. Ой. Да, синхронизация включена. 30 кадров в секунду я поставил. Ну, не удивляйтесь, потому что здесь у нас... Я отключил NVIDIA HairWorks. Оно вообще не надо абсолютно. И все остальное на ультре. То есть, ребят, учтите, это ультра. Это ультра в Ведьмака 3. Так. Рисун. И вот, пожалуйста, мы 30 кадров в секунду. Я сейчас сделаю, наверное, перейду в дневной режим. Спешусь с лошади и переведу временной поток. Так, если не ошибаюсь, это делается, кажется, вот так вот. Медитация. Днем и поехали. Днем, мне кажется, более наглядная будет картинка, симпатичная, можно все разглядеть. И вот, собственно говоря, этот прекрасный мир Ведьмака 3. Сейчас мы найдем эту бабу-колдунью. И в режиме боя тоже посмотрим, как себя ведет наша сборочка. Так, можно переключить на знак Ирден. Ой-ой-ой-ой. Иди сюда, костлявая. Иди сюда, трубчик. Так, сейчас появятся ее клоны. Вот они. А вон сама бабка. А, они еще жизнь выбивают. Упыри. Упыри. Ха. Все? Нет, нет, не все. Когда все, появится информация о том, что задание выполнено. И от нее осталась кучка ее вещей. Пепла, там еще чего-то. Можно собрать сегодня всякие эликсиры, мутагены. Это понадобится в дальнейшем для прокачки персонажа. И для там, соответствующих приготовления каких-то ингредиентов. Потому что, к примеру, если играть на более высокой сложности, то, естественно, вы не обойдетесь просто обычными, там, обычным мечом и вашей ловкостью. Там понадобятся, конечно, более нетрадиционные решения. Ну, видите, графон, конечно, красивый. Безусловно, вообще здесь без вариантов. Постарались разработчики. Ну и при всем при этом, видим, стабильных 30 кадров в секунду мы имеем. Да, при HD, при обычных настройках, там, кажется, high настройках, можно добиться почти 60 градусов, но все равно 60 кадров в секунду, но и 60 равно не будет. Мне кажется. Ну, все равно снижайте настройки до высоких, и там будет больше кадров в секунду. Мне просто захотелось на фулах посмотреть раскадровочку. Так что можно поиграть, пошпилить. И хорошо, отлично провести время. Что происходит? Ведьмак приехал в село. Так. Мелкая речушка. Вот мы поплыли. Красотень. Красотень. Ну что, ребят, Ведьмак 3 тоже ставим плюсик. Он покорился этой сборочке. И идем дальше. Так, дальше у нас игра, которая называется Battlefield 1.
тоже безумно красивая игра, по моему скромному мнению, потому что я знаю, что есть как поклонники, так и игра, которая мне нравится. Я человек, который отношусь как к поклонникам, игрушка понравилась. У нее реально красивая графика и приятный геймплей. Да, конечно, я чаще играю в горизонтальном положении, как я говорю, то есть меня чаще убивают, чем я помогаю команде. Но опять же, я, если бы я играл в эту игру там, да, днями, оттачил свое мастерство, то, наверное, бы у меня было бы, мой скилл был бы повыше, и все-таки я приносил бы больше пользы команде. А так я в нее играю достаточно редко, больше в обзорной части, либо когда тестирую какую-то сборку. Я когда тестирую сборку, стараюсь загрузить какие-то достаточно требовательные игрушки, и долго в них там часа 3-4, так под нагрузочкой максимально, что возможно выкрутить и поиграть, посмотреть, насколько жизнеспособна сама сборка. Так, что там, закруточка пошла. Многие спрашивают, что это у меня за версия Battlefield, это лицензия. Я не знаю, можно ли играть не лицензию, я, честно, не нашел таких вариантов. Так, сетевая игра, быстрый матч, там. Что-то схватка команд, наверное, да? Так будет быстрее. Сейчас загрузится, и мы протестируем. Так, вот у нас уже появилась команда. Войдем в отряд Сорока, Сорока Белобока. И начать. А, тут ждут еще. А я могу сейчас настройки показать? Настройки. А, это не то, это настройки отряда. А потом уже, наверное, в режиме игры смогу показать настройки. Давайте, поехали. Штурмовик я. А, им есть штурмовик. Все. Так, вот я штурмовик. Так, настройки, видео, полный экранный режим, 1366x768, это разрешение нашего монитора. Какие-то еще есть варианты. А, тут по герцам. 60 герц. 66. А у нас 1366 должно быть, да? Разрешение, правильно? Правильно. 1360. Самое близко к 60 Гц, это вот это оно, да? Так, хорошо. А, кстати, самое главное разрешение не показал же дополнительно. Ультра, пожалуйста. Ультра. Мы ведем. Ну что, давайте побегаем. Собственно говоря, синхронизацию здесь не ставил. Смотрим, сколько у нас тут кадров бывает. Проседает, не проседает. Красиво. Смотрите, на этой карте не знаю, даже не бывал ни разу. Нашел в режиме только команд, наверное, да? Ой. Я хоть кого-то ранил, интересно, или нет? Хоть что-то сделал для команды полезного. Надо вот эту гранату кидать. Так, начать. Штыковая атака. А зачем, интересно, штыковая атака нужна? Капец. Куда бежать? В кого стрелять, да? Наши. Ой-ой-ой. Да. С такой реакцией, как у меня, только такие игры играть. Ну что, давайте еще разочек попробуем. Я думаю, в принципе, по FPS видно, да? Ну, больше 30, я думаю,
и синхронизацию можно добиться 30 кадров в секунду стабильных. Там, если уменьшить графику, можно уже под 60 добиться. Ну, в целом комфортно. Как интересно. А что он тут сидел, интересно? Высиживал. А, так он и меня тоже, смотри, пытался подстрелить. Какой дядька такой коварный тип, а? Ну, видим, не зря я все-таки в команде играю. Лови. Интересно. Там есть его трубчик? А у меня нет гранат, да? Кинули. Мы тут закрепились, интересно, нет? Что-то слишком много. Ох, кто там сзади подкрался. Незаметно. Ну что, ребят, тоже видим, по батле первой все без проблем. Идем дальше. И сейчас мы запустим в конце мир танков, и можно подводить итоги. Опять же, я протестировал одних из самых популярных игр, конечно, больше, но, к сожалению, времени все тестировать нет. С временем я дополняю обзоры, дополняю новыми играми. Если вам интересно что-то, пишите в комментариях, если нет какой-то игры или хотя бы чтобы я протестировать, пишите, будем тестировать, еще без проблем. Никаких проблем. Выйти? Да, хочу выйти. Ну. Когда мы выйдем, а, понятно, задумался. Немножко задумался, бывает. Так, и что, мир танков. Поехали. Быстренько покатаемся, сейчас меня быстренько сольют. Отправлюсь я в ангар. Ну, опять же, как со сборкой А790, сборка А800 вполне комфортная. Опять же, учитывая стоимость, производительность. Те, кто там сейчас будут кричать, это... Да, ребят, конечно, если там у вас дома стоит, например, там тот же самый i5-7400 GTX 1060, да, вы смогли себе позволить эту систему, то ради бога, но у многих крикунов дома стоят еще и ятлоны там какие-то первые, там, либо селероны первые, и пентиумы четвертые, да, но я не понимаю тогда, что кричать. На самом деле все определяется возможностью, желанием, и когда это все находится в тандеме, отлично. Если у вас желание играть чуть ли не 4К разрешение, и у вас там бюджет весьма ограничен до 10 тысяч гривен, тогда о чем мы говорим? Да, тогда либо вы копите безумно долго на свою мечту, и когда-нибудь может она осуществиться, либо вы все-таки определяете для себя приоритеты. Так, окей, вот мы в бою. Настройки здесь максимальные в стандартном клиенте, в улучшенной графике. Так, расширенные, пожалуйста. И разрешение наше, да, разрешение наше, где у нас, да, все наше. Так, сейчас уберу, наш танк, батчат какой-то новый, я на нем в последнее время катаюсь. Сейчас быстренько откатаем бой, что-то такое заполярье. А вообще, карта простая, для того, чтобы быстро слиться, тем более, я смотрю, я тут танк такой себе... Картонненький. Да, тут тактика, конечно, больше поддержки. Выстрелил, спрятался. Ну, в нашем случае у нас времени немного, поэтому... Да, тут FPS зашкаливающим, больше 100. Там, ну, в игре, конечно, просядет, но не критично. Поэтому играть более чем комфортно. Детализация тоже хорошая. Можно пошпилить, насладиться. Насладиться. Т-4-1, ух ты, прикольно. У него башня такая прикольная. Интересно, интересно. О,
ворванул, чувак, Т-49. А что это такое? 9 уровня. Ого, есть такие высокоуровневые ЛТ-хи. Прикольно. Что я отстал от жизни. Весьма и весьма. Весьма и весьма отстал от жизни. Так, сейчас нам наваляют здесь. Сейчас нам... Ох, 13.90. Ух, сейчас жопу получу от него. Ой, и тут тоже... Еще там какой-то танк, да? Или его не видно? Не видно, да? Лео какой-то. Капец, я же стою. Я таких танков никогда не слышал даже. А, еще один Лео. Они в команде, не? А, нет. Ха-ха! А куда он стреляет, интересно, да? Меня и не пробил. Это, конечно, интересно. Второй Лео. Что все налево каких-то катаются? Это маленький лев? Лео. Тем, кому не хватило на премиального льва. Ничего себе! Я еще принес какую-то пользу команде. Так, что там у нас? У нас что-то поломалось. Пуха поломалась, да? Оглушение экипажа. О, какая фишка, тоже интересная. Такого я раньше не видел. Как перезаряжать, интересно, не помню. С, да? С? А, С, да, перезаряжать. Поехали. Вперед. Вперед. Вон какую-то ЛТ нагибают нашу. Т-49 там в кустах спрятался. Боец невидимого фронта. Так, все вроде бы, да? Разобрались, да? Поехали. Конечно, с маневренностью у него плоховато с этим танком. Ну как тут. Так-то. Как будто он вроде и маленький, а такое ощущение, что идет что-то такое большое. Он вроде бы типа как СТ-ЛТ, а мне что-то среднее по управляемости между ТТ и СТ. А там уже наши маленькие друзья нагибают пойти за арт или помочь друзьям, да? Отжать арту или помочь друзьям. Привет. Все, так. Помог друзьям, да? Не погнался за артой. Типа я поступил хорошо, правильно, надеюсь. И вот там у них остались, кажется, тяжи, да, два тяжа осталось, и вот та штуковина, которая может меня с первого раза забрать. И, собственно говоря, ее тоже уже нет. Осталось два тяжа, кажется, какой-то японец и знаменитый щучий нос ИС-3. ИС-3 где-то там. Они сейчас, наверное, станут спинами друг к другу. Где этот Йо-Хо-Хо? Непонятно, где Йо-Хо-Хо делся. А вон Йо-Хо-Хо. Кстати, он куда сейчас направил свой... О, жопка. Жопка. Какой танк интересный. Ну все, ребята, и бой мы, так сказать, выиграли, да? Ну не я, конечно, а команда. Я там немного чем-то помог. И протестировали сборочку. Я даже получил удовольствие от игры. Всегда получаю удовольствие от игры, когда ты больше выигрываешь. Команда, результат. Давайте даже посмотрим, на каком я месте. Даже не на последнем. Видимо, где-то серединочки затесался. Что-то нанес урона. Ух ты, 1300, еще нормально. Ну все. Выходим с игры.
Что можно сказать, ребят? Сборочка получилась, как я повторюсь, сбалансированная по критерию цена-производительность. То есть кому не хочется тратить большие деньги, но уже сегодня хочется поиграть, либо хочется кому-то купить компьютер, и кто фанат именно интеловских сборок, да не AMD-шных, а именно интеловских, то сборка Zeus A800 подойдет к вам на все 100%. Напомню, отправка в любой город Украины, отправка, оплата при получении. Перед отправкой каждый системный блок обязательно проверяется на стресс-тест. То есть вы гарантированно получаете работающее устройство, которое будет дарить вам много положительных эмоций. Спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал, будет еще много интересного видео. А в завершении всем здоровья, вам и вашим семьям. Всего доброго, пока! I feel